В Ангарскую прокуратуру обратились 15 сотрудников компании ООО «Электрон», которым с 2017 года не выплачивается заработная плата. Проверка показала, что руководитель не платил подчиненным, потому что тратил выручку на погашение долгов перед другой коммерческой организацией. Причем сам «Электрон» все это время благополучно работал. На сегодняшний день на основании материалов, направленных нами с постановлением в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Следственным комитетом рассмотрены, и 26 июня возбуждено уголовное дело по статье 145 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации. Это невыплата заработной платы работодателям. Общая сумма задолженности свыше 7 миллионов рублей. Как выяснили сотрудники прокуратуры, зарплату не получал почти весь штат предприятия, а это 50 человек. Ранее «Электрон» располагался в учебном центре «Морус» в 29-м микрорайоне, но полгода назад компания переехала. Сейчас материалы уголовного дела переданы следователям.